приветствует команда КВН «Агенты 07» и «Седьмой школы». После уроков старшеклассники спешат на репетицию. Они проходят чуть ли не каждый день, ведь впереди старт школьной лиги КВН. Пройдет игра в ноябре во время осенних каникул, поэтому этим ребятам будет не до отдыха. Впрочем, отсиживаться дома во время предстоящих каникул не планирует ни один ученик седьмой школы. Каждый уже давно нашел занятие по душе в школьных или городских кружках и секциях. На доске объявлений еще с десяток предложений – танцы, спорт, творчество. Все обязательно кружки и секции у нас будут работать на осенних каникул. Кроме того, каждый классный руководитель планирует мероприятие. У родителей каникул нет, и родители заинтересованы в том, чтобы дети были заняты, да, в дневное время, в рабочее время. Все учреждения дополнительного образования, а также разного рода кружки и спортсекции во время каникул будут работать в штатном режиме, рассказала Ирина Романец в ходе встречи с мэром курорта. Уже в ноябре у нас школьные каникулы. Летние каникулы мы достойно организовали, и дети были заняты, и, естественно, от этого есть результат. Что будем делать на осенних каникулах? Все наши 50 учреждений дополнительного образования, системы как раз образования, культуры и спорта, у них каникул нет. Каждое учреждение сейчас готовит много своих проектов, как завлечь наших детей и организовать им досуг именно в дни осенних каникул. В целом услугами учреждений доп. Образования сегодня в Сочи охвачено почти 43 тысячи детей. Еще более чем 300 на период осенних каникул подыщут работу. Это трудные подростки. Также в каждом районе города в 9 школах откроют лагеря дневного пребывания. Туда смогут ходить более 400 детей. Найдется занятие и для любителей туризма. В течение 3 выходных для школьников дней в Сочи будет проходить городской турслет. Заявку на участие уже подали 12 команд, это около 500 человек. После в Сочи начнутся открытые городские соревнования по спортивному туризму. Свою программу для всей семьи готовят и придомовые площадки. Одним словом, каникулы должны стать временем, свободным только от занятий в школе. Ведь, как известно, это время не просто самое счастливое для школьников, но и небезопасное. Ведь дети остаются без присмотра взрослых на более длительный, чем обычно, срок. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.